Не снизу достал карты-то опять. Кейс был. Спенсер, Котка, Ниеми. Вот не было Каролина. Джонатан, Мейсон, Марчмент. Это Флорида. Далее у нас Роусен, Энтони. И здесь у нас... Нет, я думал, это этот. А это у нас Джек Хьюз, Девилс. Такая вот карта. Ретро. Ретро у нас почему? Ну, в общем, такой вот. Так, видео у нас уже давно идет второе. 4 пакета. Голограмма, что ли, у нас. Карсон Соуч, наверное, так, Сиэтл. Мартин Джонас, Филадельфия. Варнер Фогеле, Эдмонтон. Дарси Куэмпер у нас, Колорадо. Ник Банина, Сан-Хосе. Это Ярослав Халак у нас, Ванкувер. Здесь у нас Винсент Дун, Сиэтл. И здесь у нас вот такая вот голограмма. И это у нас Рейнджерс. А то он сегодня вообще никак не вылазил. Нилс Лунквист. Поздравляю, Рейнджерс. Оп, так. Следующий пакет у нас, да, третий с конца. Так, что-то тоже есть. Ой, как не вовремя-то. Оп. Так, Логан Стэнли у нас, Виннипег. Далее Райан Саттер, Даллас. Джордан Эберли тоже был сегодня, Сиэтл. Джек Айхилл, Вегас не было. Исаак Линдстром, Линденстром, как-то так, Анахайм. Андрей Василевский, Тампа. Здесь Алекс Форментон, как-то так, Оттава. И здесь Ян Ганс у нас для Чикаго. Это Исаак Филлипс. Поздравляю, Чикаго. Так, ну сколько у нас их тут? Еще один должен быть. Вроде как. Два пакета. Так, Хейди Флери у нас Сиэтл. Далее Дак Хамильтон тоже был. Дэвилс. Джо Торнтон тоже был в Филадельфии. Крис Дрейгер, Сиэтл не было. Кристиан Дворок, Монреаль не было. Адам Фокс, Рейнджерс не было. Ну, это понятно. Так, Янис Донской, Сиэтл. Это и здесь Ян Ганс у нас. Это Флорида. И это у нас Койли Швинден. Швинден, как-то так. Короче, тяжело мне читаются они, эти иностранные фамилии. Но поздравляем Флориду. И последний пакет у нас. Последний пакет. Еще голограмма. Так, это Ной Добсон Айлендерс. Милана, Сони, у нас Анахайм. Пейтон Крейпс, Баффало. Филипп Рубайер, Сиэтл. Логан О'Коннор, Колорадо. Коннор Макдэвид, Эдмонтон. Мэтт Рой, Лос-Анджелес. И здесь у нас НХЛ голограмма. Ну, слава богу, хоть по Питтсбургу чего-то. Сидни Кросби. Если не ошибаюсь, Дмитрий забрал, папа Джон. Мои поздравления. Да, он забирал Эдмонтон, по-моему, и это. Поздравляю. Ну, в общем-то, вот как-то так. Ну, такой вот был брейк.
Давайте поглядим, что у нас попало занимательного. Чек-лист один для Чикаго. Безрандомный. Далее, ну так вот, не знаю, давайте, наверное. Джек Хьюз, это ретро-варианты. Не помню, какой год. Короче, Девилс, Мич Марнер, Торонто. Это Джонни Гудроу, Калгари. И новичок, Ян Ганс, Кол Кауфилд, Монреаль. Так, а кто у нас там? Что хорошего еще поймал там? Так, Даллас, например, у нас Даллас, Руслан Громогава. Далее Питтсбург. Ну, Питтсбург я правильно сказал. Там. Ну, вот так-то вроде. Так, а кто у нас Рейнджерс? Дим Саныч. Ну, в общем-то, как-то вот так вот. Так, далее. Два Дазлерса у нас. А Флорида что у нас? Флорида. Андрей Пожарный. И Даллас. Ну, это я уже говорил. Руслан Крамага. Вот такие две карты у нас выпали. Это на видео заставки не были двойной. Это нехорошо. Так, одна вот такая карта по коллекции СПИ для Коламбуса. Это у нас Силингер. Или Силинджер. Ну, как-то я уж не знаю, как правильней. Кол, но Коламбус. Далее Уперде Канвас. 4 штуки. Нет, подождите. А, 4-4, все верно. Это у нас Джек Аллен. Монреаль. Оливер Кейлингстон. Как-то вот так вот. Для Калгари. Здесь Тим Майер для Сан-Хосе. И для Сан-Хосе же у нас Райан Меркли. Меркли, да, наверное, так. Ян Ганс, Упердей Канвас. Поздравляю. Сан-Хосе. Так, далее. Вот таких две карты у нас. Rocky Games. Это Василий Подколзин для Ванкувера. Вот не посмотрел за Ванкувер. И Кел Макар для Колорадо. Это, конечно. Вот. Так, ну, что показать? Давайте, наверное, этих покажем. Два. Так, голограмма у нас НХЛ. Сидни Кросби. И здесь Нилс Лунквист, Рейнджерс. Вот хорошая такая заставка была бы. Вот, вообще было чудесно. Ну, или такая. Так, ну и новички. Ян Ганс. Так, Кол Швинт. Как-то так, для Флориды. Вот Филлипс я могу прочитать. Исаак Филлипс, Чикаго. Князев Артемий у нас Сан-Хосе. Робин Салла Айлендерс. И два Далласа. Туфта, наверное, так Рейли. И Дамиани. Дамиани, да. Вот такие два Далласа. Ну, в общем, такой был брейк. Всем спасибо за участие. Коробок по этой коллекции больше у меня нету. Так что... Всем спасибо, до скорых встреч!